Привет, дорогие друзья, с вами Тутым Палта, мы продолжаем играть в трансформеров, созданных для сражения, Forget to Fight. У нас тут новая акция, которая длится 2 дня, 21 час, 20 минут. И мы тут можем купить вот этот кристальчик, и можем тот приз выбить вот такой вот интересный. Ну, думаю, стоит попробовать, поэтому давайте копить энергон. Что у нас тут? Тут мы помогаем нашим... Чё за загрузка-то? Ведь я помогу. Это баг, что ли, какой? Я не понимаю. Во! Давай, помочь. О, всё. Отличненько, помогли. Так, кристаллы нам надо собрать. Ежедневные наши кристаллы. Может быть, нам сейчас что-нибудь стоящее с них выпадет. Так, ну что ж, этот кристалл вот у нас. Что нам отсюда вылетит? Что-то у нас залагало резко. И это кто у нас? Вау, это микс-мастер такой. Слабенький. Ну ладно. Пусть у нас будет он. И у нас еще там вроде кристалл был, с ресурсами только. Так, открыть. Ой, пошел. Так, ну-ка, о, как хорошо, да. Супер просто. Отлично. Так, теперь в бой пойдем. Я тщательно смотрел про свой альянс. У меня не открыты рейды, поэтому миссии я выполнять не смогу. Поэтому только вот сюжет сейчас выполнять я буду. Сюжетную линию, как говорится. Музыку тут вообще четкую сделали. Вот представьте, вот делают игры, да, рубят кучу денег. Ну, ребятишки, вот открою вам один тайный секрет. Не выкидывайте дофига денег на игры, если вы это делаете или собираетесь это сделать. От того не стоит, лучше больше гуляйте. Я жалею о своих прошлых ошибках жизненных, поэтому говорю вам такой дружеский совет. Мы провели диагностику мода, который использовал гримок. Телетрон подтвердил твою догадку, его создали квинтэссоны. Моды используются для усиления определенного функционала бота, к которому они подключены. Как я предполагал, создатели квинтэссона, у них есть желание, возможности нанести удар по этой планете, как и по ее обитателям. Если твои слова правдивы, ремонт ковчега станет наименьшей из наших проблем. Так, куда мы пойдем-то? Тут пойдем, ресурсы найдем. Сюда пойдем, тоже ресурсы. Предлагай сюда. Лучше всего будет. Ну чё, Ренокс будет драться у нас. Вау, ты тихо тут со звуком-то лагай.
Опять все ради ресурсов. Но просто лучше бы я вот их обоих побил, потому что это гораздо интереснее. Или я лоханулся, надо было идти на Старскрим, хотя не. Не надо было идти на Старскрим, потому что у меня ж нет класса, который будет иметь преимущество над Старскримом. А тут сейчас на равненьких будет у нас. Так, на-ка. Чё? Охренел что? Миксмастер. Вау, как круто это было. Я даже ничего не помню. Оба-на, смотри, что у нас на заднем плане. Ты чё, рука типа? Интересно, кого? Чё, охренел что? Слышь ты, Микс. Охренеть. Ну-ка. А, долбани еще. Ну как хорошо-то. Максимус обосрался, смотрите. Давай, Ренокс, ты сможешь, я верю в тебя. Мне прям нравится, как он с вами тут носорогом пытается помогать мотомастера. Давай, еще. Отлично. Это было тяжело, но мы справились. И получили дофига опыта. Потому что бой был реально на равных. Так, теперь у нас бежит Гриндер. Гриндер против Гриндера? А в принципе можно. Пусть Ренокс отдохнет немножко. Комбо. Сосчитайте легкие и средние атаки для более долгих комбо. Наверное, тут у нас, кстати, кадры с темной стороны. Да тут карта, кстати. Офигеть, как эпично. Делайте скрины. Когда вы еще это увидите? Тут Гриндер Гриндера мочил. Да еще в другой части фильма. Пока я нормально нашел Б. Пока я лидирую тут. Так, так, так. На где? Так. Стреляй, стреляй. Стреляй, мой маленький. Да, вот так, мы еще. Вот так, мы вломим. Отлично, ракета. А, не знаю. Еще ракета. Ты чё, пьёшь? О, давай. Забей его. Ну-ка. Да и тут откроется. Во, наконец-то. Нокаут. Это было простенько. Так, ну чё, теперь Бладжин бежит по дороге и встречает у Арси. Кто у нас против Арси выступит? Наверное,
Гринда против Арти выступит. Опять же. Загрузку мне пили, и так жить хорошо было с быстрой загрузкой. Давай, давай, не расслабляйся, давай быструю загрузку мне. Загрузка. Так, Рэтчет сейчас будет хилиться, да? Он будет подхиливаться, и это фигово. Это будет слегка сложновато, но реально будет. Вот, остановим Рэтчет. О, как хорошо, мы начинаем бой. Бросай, что ли, Рэйч, что такое главное ворот? Как хорошо, мы гасим Рэйч-то, на еще. Рэйч, это охренел, что ли? Ну-ка, забей Рэйч-то уже. Рэйч-то где, что ли? Наконец-то. Командир, ваш отряд отважно сражается. Конец этой миссии уже близок. Давайте травите свои банальности под... Подбадривая, сколь бы неуместно они не звучали. Неважно, откуда вы, я чую человеческие смарты, праведность автоботов. Судя по твоему виду, ты не из нашей реальности, но этот голос мне вызывает сомнения. Мегатрон. Да, кажется, квинтэссенцию провели мне еще одну жертву. Время придет, Брайан. Время придет. Thank you.
отлично. Ренокс, ты справишься, я верю в тебя. Адаптироваться в бою, обращая против врага его же силу. Тактики. А Бамблби у нас почему-то тактика разведчик. Ну что, Гримок, я первый. Бью. Ау. Удар носорога. Ау. Это Зверополис. Еще зверь против зверя, да? Какой зверь лучше, который с прошлого, или который с настоящего? На-ка. Ты ж Гримок, а? Давай. Тебя так будет, вау. Чё ты? Вот вы Ренокс вот мне играет спасибо носорог, потому что на дамаж тратит. Давай. Отличный нокаут с руки. Вот ты Ренокс у меня молодец. Награда. Так, сюда пришли. Против Бладжина у меня будет Гриндо. Потому что Гриндер имеет превосходство. Желательно, когда буду расширять себе команду, иметь все классификации ботов, и каждой классификации, которая будет иметь превосходство, буду мочить врагов. Нюк. Ты сегодня получишь, понял? Я не понимаю. Гриндер, мочи, говорила. Вау. Я даже иногда не понимаю, что я делаю. Отлично, забил в угол просто. Еще Гриндер. Отличный нокаут просто. Красивый и отличный нокаут. Теперь идем сюда, выхода нет. Это у нас бот. Так вам удалось зайти так далеко, удивительно, учитывая жалкость вашего командира человека. Если ты встанешь у нас на пути, ты познаешь всю глубину своей собственной жалкости, ибо ты падешь. Продержи свою пустую угрозу для другого раза, автобот. У меня другие планы. Сейчас почему бы вам подтолковать с моим соратником по ненависти, Боункрашером? Все прекрасно знают, то ж Боункрашер сдох. И против Боункрашера будет Гриндер, потому что... Я так хочу.
весь гриндер затачен. На него хилку тратить жалко. Поэтому будем стараться сэкономить жизни гриндера. Блоков больше ставить. Десептикон из одной реальности дерется с тем же десептиконом. Из этой же реальности. Почему он крашер из мести падших? Он же сдох в первом трансформе. Наверное, просто создатели и решили упростить все этим. Вон крашер. Не кажется ли тебе то, что ты больно лоханулся? Вау, тихо. Ворот, гриндер. Гриндер, нам нельзя. Нет. Блин, почти. Ладно. Ну, почти. Еще раз. Почти. Справились. Поэтому продолжим плачь. Мощные щиты ботов-техников дают им классовое преимущество над ботами-крушителями. Папе, ты поплатишься с этим. Это что было? Это называется лбом столкнулись. Отлично. Снарядами. Командир, миссии по укреплению и обороне нашей базы прошли успешно, однако меня беспокоит упоминание Мегатрона о квинтэссонах. Он дал понять, что они здесь, когда же они покажутся. Ха-ха-ха, просили получить, и перед вами стоит один из ваших создателей, будущий повелитель. Смех. Ты, быть может, и создатель, но моим повелителем ты никогда не станешь. Время придет, Прайм, то есть если тебе удастся пережить все то, что тебя ожидает, ха-ха. Интересный у нас путь дорога. Рэтчет или наград? Ну давай Рэтчет. Я послушаю, не буду. Ренокс будет Рэтчетом мочить, пусть мочит. Каждый класс чем-то сильнее остальных, выберите самый выгодный для ваших ботов сочетание классов.
еще было. Называется, никому не прописал просто. Ух ты, да че это? Тише, давай. Вот перестрелку, короче. Так, пора. Рэйчел. Чё-то сопротивляешься. Хватит не сопротивляться. Единственная игра, в которой, когда идет загрузка, мне нечего просто сказать. Что ж, я очень рад, то что у нас набралось 136 человек. Для меня это просто праздник. Надеюсь, мы скоро дойдем до 200 человек, и будет у нас спецвыпуск. Какой-нибудь игры или какой-нибудь видео спецвыпуск. Ну, спецвыпуск должен будет быть. Так, на. Эй. Ты чё? Я ж всё тебя знаю. Ты гад. Знаете, знаки. Потом тебе еще стреляем. Ты че ко мне подошел? Я же не даю. Че, ты мне сейчас сдавать буду? Похоже на того, что сдается. Че? Блин, ну получилось. С ракеты я тебя уложу все-таки. Со старым другом Айронхайд. Я, быть может, и стар, насчет друга не уверен. Если ты Айронхайд, ты точно друг. Если ты путешествуешь с людьми, ты должно быть Оптимус. Загвоздка в том, что здесь меня не волнует, кто ты. Попробуешь приблизиться, впоследствии не заставишь ждать в виде меня и моего арсенала. Превосходство Гриндер, поэтому Гриндер, мочи Бонкрашера. Так, давай первый. Не давай ему расслабиться. Просто не сильно расслабиться. Это бокс, это робо-бокс. Мочи Бонкрашера, отомсти ему за свою смерть в прошлой главе.
все равно не дает. Блин, вот это вот плохо. Потеря энергии, это кровосос. Эх, а я думал то, что ты скосишь, ну. Ладно. Эх, давай так. Отлично, уже на 8 уровне нет. Побежали. А вот и Айрхай. Оптимус тебе всегда не достал практичности, а сейчас было бы практичнее всего завершить эту миссию, пока еще не поздно. Квинтэссоны повредили твою мозговую схему. Я не виню тебя за твое слабое заблуждение. Заблуждения, думаю, нет. Седая мудрость того, кто видел все, пора стать практичным. Ринокса можно взять. Я это сделаю. Ринокс. Так вот я сделаю. Ой. Понравилось то, что я наконец сделал нормальный уворот во время стрельбы в меня. Ну, если кто не видел, когда он стрелял из пушки, там сделал воротик. Так, ну чё. Следующая миссия. Стоять, где Прайм Гнев. Не твое дело, я в авангаре этой миссии. Не желаешь представиться? Какая дерзость, впрочем, неважная. Квинтэссоский судья Рейдж. Объявляю начало состязания врагов. Это усмирит твою дерзость. Состояние врагов. Мило, отличная возможность оттащить наши навыки, настроить прицелы. Кстати, нет нужды так рвать глотку. Мои слуховые рецепторы исправны. Вон я там вижу уже конец. Так, 65. Насчет улучшения. Сейчас нам повозиться с улучшением.
так тебя ушел. Отличненько. Ну, если еще сделать возможно, сделать ему нельзя. Давай запрос сделаем. Вот это еще в тебя засунул. И это. А, у меня уже не хватает. Давай так. У меня уже денег не хватает. Охренеть. Было 3000, а теперь ни хрена. Сорян. Получается, у нас Ренокс нифига не получит. Или все-таки получит? Или не получит он ничего. Прости, Реноксик. Идем сюда. Так. Ну, нормальный бой у нас сейчас будет. Да, как раз появилась, чтобы улучшать кое-кого. Командир, рядом с вами портал ботов, его нельзя открыть, пока вашим отрядом нет соответствующего бота. И чё? Там прол. Беда. Ладно. Ренокс против Гриндера у нас будет. Сейчас попробую эту миссию одолеть. Если не получу достаточное количество энергона, то бог с ним. Продолжим. Потом завтра. Давай, мы
вижу босса. Вот опять портал. А? Что это? Квинтессон сказал мне ожидать грозный отряд кибертронцев. И что я получаю? Ты получаешь убийцу и боевого командира с отрядом. Он собирается преподать тебе урок. Урок чего? Преподавать что? Невероятно. Ты слаб, твой командир, человек хрупок. А так называемый отряд не заслуживает моего внимания. Я собирался сказать, преподать тебе урок по управлению гневом. Обучение скоро начнется. Собиралась, наверное, собирался. Чё за озвучка? Так, банжи. Мочи союз вайпу. Крутой перец, нифига себе, у него там время на время начал такие прикольные надписи там выходит. Ну давай его закидаем, просто тупо его закидаем. Я хочу быть крутым перцем. Вот так и все. Отлично, а тут я смотрю Optimus Prime у нас. Так, Гриндер. Бой. Задира против Задира будет опять. Мастер, мы здесь, чтобы помочь тебе совладать с твоим гневом. Правда? Тогда чего ж вы так медлили? Мы хотели дать тебе время собрать всех твоих сантиконов. Они, возможно, тебе не прочь наладить отношения. Мне не нужны сантиконы, чтобы сокрушить вас. Когда я закончу, от вас не останется ничего, кроме жалкой трудной туалетки. Готовы к транспортировке на свалку. Ну, это очень зря ты так думаешь, потому что я ж сейчас не пожалею на своего гриндера восстановлялки.
сейчас гриндер тебя замочит, понял ты? Не зря же я тебя гриндера так упорно качал. В качалке. Сегодняшней миссии. Это ведь не проверка моей лояльности, мы уже через это проходили. Конечно, нет, Оптимус считает, что чем больше мы сможем изучить вражеские технологии и территорию, а также самих врагов, тем лучший план сможем составить. Хорошо, потому что всем сердцем болею за дело, а еще больше за наше выживание. Так, 80 у меня энергона. Кристалл не хватает. Не хватает. Вот как. Сейчас посмотрим в магазине кристаллов, что у нас тут. Осталось 2 дня. Мы еще за 2 дня успеем накопить. Хочу... Вкачивать не буду, пусть останутся рубли. Ну что ж, дорогие друзья, с вами Тутенпалт. Всем до скорых встреч. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.